Всем привет! Сегодня буду украшать очередной торт, торт на день рождения, и делать буду розы. Розы буду делать насадкой 128, 2 сантиметра на выходе. Крем окрашивала, краситель топ декор цвет брусничный и кредо номер 19 розовый электро. Для зелени насадка 102. Крем окрашивала Америколор номер 144. Делать буду на маленьких конусах. Ссылочку на них оставлю под видео. Сначала делаю серединку. Давлю на мешочек и кручу гвоздик. Достаточно сделать один оборот. И начинаю делать лепесточки. И начинаю. Давлю. Приклеиваю. Один лепесточек. Второй. Лепесточки делаю небольшие. Насадку всегда вытираем. И стараюсь делать в шахматном порядке. Вот между соединением двух лепесточков делаю еще один. К низу насадку больше начинаю наклонять, чтобы цветок открывался. Вот, достаточно. И получается большая роза. И не обязательно, если у вас нет большой насадки, то можно и обычной 128 сделать красивый цветок. Серединку я хочу окрасить сухими красителями. Это красный и розовый. И делаю зелень. Такая роза получается. Торт я покрыла белково-заварным кремом, выровняла его. И сейчас бок торта обсыплю нетающей сахарной пудрой.
Покупала на оптовой базе, поэтому ссылочки на нее нет, к сожалению. Обсыпать буду с помощью мелкого сита. Теперь буду устанавливать цветы. Для зелени срезала пакетик треугольником. Крем окрашивала краситель AmeriColor номер 144. Сделаю листики. Взяла насадку круг 3 мм, можно просто пакетик срезать. И в крем добавила маленькую капельку краситель Кредо номер 19, розовый электро. И оформлю низ торта. Делаю просто такие бусинки. И еще хочу добавить маленьких беленьких цветочков. Лепесточки буду делать насадкой роза номер 104. Маленькая роза 1 сантиметр на выходе. В крем добавила маленькую капельку желтого крема. Для серединки срезала пакетики. Желтый крем окрашивала краситель Топ Декор. И зеленый AmeriColor номер 144. И для основы также взяла насадку 103 и крем окрашивала тем же красителем AmeriColor номер 144. Буду пробовать делать в корейской технике. Сначала основу. И лепесточки. Немножко вверх, обратно возвращаемся. Также немножко вверх, обратно. В середину ставлю маленькую точку зеленую. Вот так. И вокруг делаю желтые тычинки. И теперь я взяла краситель розовый, вообще можно любой краситель взять, и тоненькую кисточку. И вот на каждую тычинку дотрагиваюсь кисточкой. И вот так получается. И снимаем. Покажу вам поближе. Вот такой тортик получился. Добавила сахарные бусинки золотые. Такой нежный. Сахарная пудра очень похожа на покрытие велюр. На камеру
Не очень хорошо видно. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!